Здравствуйте, с вами Profit Fayo. Мы продолжаем рассказывать о важных и нужных профессиях в Польше. Сегодня мы с вами находимся на складе CEWA Philips. Это город Гожов-Великопольский. Здесь множество мониторов и телевизоров фирмы Philips. Именно отсюда, с этого склада, все это расходится по целому миру. Идемте посмотрим. Бесполезный товар доставляется на склад морскими контейнерами. Здесь не обойтись без помощи специальной техники, такой как пушпуль. На этих стеллажах справа и слева от меня находится товар, который ждет своей отправки. Возможно, он сейчас едет и к вам. Оператор рич-трака сейчас снимает товар, который пойдет на переупаковку и затем отправится в магазин. Операторами электрокаров работают даже женщины. Посмотрите, все в соответствии с техникой безопасности. И какие красивые женщины! Самым главным местом на складе является репак. Это кладезь информации. Здесь все данные о товаре и заказчике заносятся в специальную программу в компьютер. Вы когда-нибудь задумывались, как перевозят товар без ущерба, в целости и сохранности? Посмотрите, надувается специальная подушка безопасности, и она укладывается между палет. А еще здесь можно бесплатно получить права УДТ и гонять на этих классных машинках. В общем, мне некогда, я пойду посмотрю, что здесь еще интересного, а вы звоните и пишите. Приглашаем на работу. Милости просим.